от администрации театра оперы и балета всем участникам концерта. Простите, я не готовился, что буду говорить. Меня зовут Андрей Меркуриев. Я главный балетмейстер этого театра. Сегодняшний вечер для меня как это сказать мягко, не зародыш, а зачаток. Это еще не рождение, а только начало. И что у нас будет через это время, когда мы родим ребеночка, известно только самому Господу Богу. Но я думаю, что мы на правильном пути. Хоть вечер, может, получился темным, скажут, каким-то... Не знаю, для меня он глубокий, для меня он имеет смысл какой-то, а не траурный. И то, что мы в черных футболках, это не траур. Это стиль, мы называем. Я хочу благодарить каждого, кто принимал участие в этом концерте. Всех тех артистов, которые находятся на сцене рядом со мной. Потому что для некоторых из них пришлось сломать себя, переступить через что-то, доказать самому себе, что я могу, я смогу, я сделаю. Мне говорят, нет, я сделаю. И делают они это все для вас, зрители. И спасибо вам, что вы сегодня с нами. Я даже не думал, что вас будет столько, так много, как сегодня. Ничего не остановилось, театр продолжал жить. И театр будет продолжать жизнь. Даже если тут это здание, театр будет жить, потому что есть такие артисты. Да. Я хочу сказать спасибо оркестру, этому всем сумасшедшим людям, которые просто поделились за мной, за мою идею, взяли и сделали все то, что должна была звучать фонограмма где. Понимаете, как им было сложно. Какой-то человек взял и все сделал, переложил на ноты, а эти герои взяли и сыграли. Да, мы тоже такие помахи, но это сделали. Это сделали это вместе. Этот вечер, видеть музыку и слышать танец, для меня это объединение, объединение всех нас. Хор, опера, вокал, музыка, пошивочный цех, работники света, работники сцены. Это объединение всех нас. Если мы не объединимся, у нас ничего не будет. Если мы будем каждый сам по себе и каждый за себя, гореть всему этому, и нет смысла всему этому. И еще я хочу представить героев. Это мои друзья, мои коллеги по Мариинскому театру. Когда-то давно мы с ними познакомились. Мы не коллеги, конечно, по цеху, но мы коллеги по слову искусства. Татьяна Ногинова, художник по костюмам и сценографу этого вечера. Художник по свету. Видимо, что за пультом. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы помогли за этот вечер. Всем спасибо. И мы не прощаемся. Мы скоро увидимся. Ну и, конечно, за пультом был всем известный Роман Денисов.